Всем привет, с вами Гвимблейд. Ну что ж, продолжаем играть. Генералы. Что у нас тут на повестке дня? Седьмая миссия США. Докладывай, Ева. Запишу перед сном еще одну серию. Мы окружили столицу Джилей. Опа. У них есть биологическое оружие, и мы знаем, что они готовы его применить. Китай предложил свою поддержку в этом финальном штурме. Мы не можем проиграть, генерал. Весь мир смотрит на нас. Последняя миссия за этих, за США. Да, кошка. Давайте посмотрим, что нам на повестке дня тут сейчас будет. Ну. Акмола, Казахстан. Операция «Последний вызов». Сильно. Кольт Бадди, задание выполнено. Вас понял, Кольт. Продвигаемся вперед. Нифига себе, крепость, аж смотрите. Ха. Похоже, на вас охотится вся GLA. Бомбардировщики в пути, Кольт. Немедленно уничтожьте врага. Выбранная цель для воздуха уничтожена. Вас понял, Кольт. Дождитесь БТР и ТРП. Вас понял. Направляемся домой. Спасибо за поддержку, Кольт. Кольт Бадди. База горит. Ворота открыты. Бегите, ребята, бегите! Повторите, Кольт. Кольт, ответьте. Кольт. А, я успею убежать. Это Кольт. Бомбовоз, это все, что мы нашли. Возвращаемся на базу. Чистую базу-то надо укреплять по-скорому. Это последний шаг, генерал. GLA отступает к своей последней базе. GLA укрепилась в своей столице и готова биться с нами за каждый дюйм. Если вы уничтожите эти войска, война закончится, генерал. К югу от вас есть заброшенная китайская база. Китай разрешил нам использовать свои заброшенные здания, генерал. Один из ваших рейнджеров может их захватить. Это и есть вся помощь, да? Кто они нам обещали? Китайцы, блин. Модернизация завершена. Уже идем. Покажем силу. Идем. Займемся работой. Хочу сорвать. Сюда давайте. Кстати. Угу. Сейчас объединяться будем, подождите. Денежки прилетели, это хорошо. Подразделение потеряно. Так. Сейчас останемся без этого, блядь. Без электричества энергии сейчас останемся. Где-то там. Новое строительство? У нас мало энергии. Я уж вижу. Да? Отличное место. Ничего не могу с этим поделать. Что у нас тут? Снайпера? Всегда готов. Снайпера? Бегите туда, в лес. У нас большие планы. Я не сомневаюсь, что... Так, что там? Ядерный реактор? Как закончу, будет хорошо. Начинали. Сделано в США. Все плохо с энергией-то, блин.
знай свою тропку. Строительство завершено. Все готово. Я помогу за ним. Поближе можешь подобраться? Внимание, малый стрелок, гарнизон. Рейнджеры должны использовать световые гранаты. Я знаю свою тропку. Уже иду. Еба. Снесли Феосу, там камикадзе. Подразделение потеряно. Штурмовики они, по-моему, сбить вообще не могут, насколько я помню. Смотри, как задвигались, а? Не говорите, что вы сейчас атаковать будете нас. Китай щедрый. Отлично. Я не сомневаюсь. Хорошее начало. Отличное место. Что за дела? Все готово. Отличное место. Подбросить. Да? Начать разбор. Опа, поехали. Куда поедете? Вниз. Подкрепление. Быстро сюда. Подразделение потеряно. Открываемся. Подкрепление, быстро сюда. Хаммер, давай. Я верю в тебя. Вы их перестрелы. Будем улучшать. Построил? Нет, еще не построил. Подбросить. Это, ребята. О, смотри, уже опять рвутся. Еще и баги ракетные, ёбаростые. Вот, ребята, я вас верю. Вы что за херня? Опа, у них невидимые, а чему они невидимые? Хера себе, бля. Подразделение потеряно. Это расклад, бля. Мне это мне это не нравится, я вам скажу честно. Что, господа из ГАУ сейчас у нас еще с этим? Невидимые. Подразделение потеряно. Внимание, обнаружен скат шторм. Блин, только этого не хватало. GLA закончили строительство скат-шторма, генерал. Бля. Уничтожьте их, прежде чем они смогут заправить ракеты. Мини стоят. У нас большие планы. Построил. Вам квартировое строительство? Подразделение потеряно. Начать раскопки. Есть работа для меня. Строй аэродром. Что у нас происходит? Ой, беги, беги, то, беги, парень. Подразделение потеряно. О, понял, там целый турит едет. Я помогу заметить, вижу все. Разведаю, разведаю, разведаю. Блять, у них сейчас тоже эти идут. Меня никто не видел. Да где-то там. Будем жить в роскоши. Китай станет больше готов. Уже иду. Войска GLA замечены в горах. Всем подразделениям приготовиться к битве. Готовим. С китайцы. Ты только, пожалуйста, сейчас самый неподходящий момент, только не вырубись, пожалуйста. Блять, где китаец? Давай строй, начинай новое строительство. А где? А он строит же. У нас мало энергии. Нет, нет. Ты не можешь так со мной поступить. Нет. Модернизация завершена. Давай строй. Давайте строить. Отлично. Отбились. Там что он построил? Тоннели, что ли, что-то, понял.
новое строительство? Уже идем. Найди мне транспорт. Две спойлера, бомбардировщик стоит, ё просто. Ладно, атакована. Строительство завершено. Ё-моё. Подразделение потеряно. Блин, один бомбардировщик всё-таки не долетел. Это печально. Что происходит? Блин, опять энергии нет. Несет одну ракету, но зато какую. Ёпарасите, блин, ребята, хоть что-нибудь сделайте. Модернизация завершена. Слава богу. Я в этом ни капли не сомневаюсь, только строй генератор. Размещены мощные установки ПВО. Нам нужно будет воспользоваться наземными войсками. Наземными, говоришь? Да мы то не доедем, блин. Я на работе. Модернизация завершена. Модернизация завершена. Переходим в звуковой барьер, как фанера над Парижем. Дельта-3 приближается, кому нужна поддержка воздуха. В смысле, наши летят? Или нет еще? Деньги медленно капают вообще конкретно. Снайпер? Да сюда. Я пойду кушу наделать хакеров, блин. Сейчас у них скотского выстанет. Где мой снайпер? Вижу все. Аврора в пути. Давай, Аврора, вперед. Подразделение потеряно. На! Блять, не убили. А здесь что, тоже? А, я там убили. Как вы? Приказы, генерал. Два? Да вы охренели, блядь, два самолета сразу сбили. Ты чуть не сбили, ёпарасы. Подразделение потеряно. Я его случайно перееду, блин. Я помогу заметить. Че, блин, за танками нах, все, все решать вопрос. Готов строить для Китая. Они сейчас скатом пальмы по нам, это будет весело для них. А, они его не починили еще, кстати. Надеюсь, вы его сможете уничтожить, блин. Это вы меня разочаровали так жестоко. Молодцы. Уважаю, ребята, спасибо вам большое, что вы сделали это. Эти сбивают. Подразделение потеряно. Транспортники. Владыка. У нас большие планы. И ты не мог уничтожить? Сверхзвуковой самолет. Бомбим базу.
Серьезно? Не смог его уничтожить, блядь? Подразделение потеряно. Спасибо тебе за это. Переехали? Нет, живой. Сохраняем свободу. Приказы, генерал. Устал, как... Кто у нас там есть? Кого можешь взорвать? Нашу базу атаковали. Смотри-ка на бульдозер, мать, мочит специально, смотри, как это скоты. Давай, ребята, я верю в вас. Есть работа для меня. Блять, работа? Работа всегда найдется, не переживу. Подразделение потеряно. Кто там потерянный, блядь? Скользкая цель. Ох ты ж ёбаный в рот. Вот эту херню уничтожить. Бомбардировщик сбили один, суки. Подразделение потеряно. И... Знаете, откуда бурутся, блин? Подразделение потеряно. Будем улучшать? Ага. Че, никого не сбили? Это хорошо. Кого не сбили, все выжили, все на базе, да, долетел. Это уничтожили, это хорошо. Уже хоть что-то. Уже свой хлеб не просто так едите. Не хлеб, спай. Разницы особо нету. Подразделение потеряно. Какое мне? Кого из вас, скотины, можно уничтожить? Кого он там строит, собрался, блядь? Ну-ка. А если этого не надо? Паладины. Готовы, вперед. Подразделение потеряно. Вот, суки, они танки уничтожают, блядь. Нашу базу атаковали. И бульдозеры уничтожают в первую очередь. Давай строим. Начать разбор. Наши танки полетели. Полетели. Подразделение потеряно. Как фанера над Парижем. Скользкая цель. Наши полетели. Подразделение потеряно. Наши танки вроде прут. Так. Давайте строить. Строй давай китайскую свою империю, блин. Подразделение потеряно. Наши с трудом, ну, порвались, блин. Прям вообще тяжело. Все, стреляю. Готов возвращаться. Снайпер на связи. Защищаем людей. Бьемся за мир. Сокращаем дистанцию. Продвигаемся. Вот, ребята, я вас верю. Включаем боевую зону.
району. Всем Назар смотреть по сторонам. Камикадзе бежит, блядь! Подразделение потеряно. Эй, выдержут там, нет, если надо подкрепление на всякий случай позвать. Начинали. Уже идем. Будем жить в роскоши. Ох, блядь, сейчас мы вам будем подарочек, блядь, делать. Придурков побольше понаделаем. Подразделение потеряно. Аврора, ёпарас, это вот вы умираете, как мухи, натурально, блин. Как мухи в натуре умирают. Подразделение потеряно. Прыгай, другой, прыгай, другой танк. Быстрей. Беги, другие танки, бегите. Беги. Ах ты, сука. Наши здесь. Дай мне только возможность. Я вам пришлю ядерный привет с Китая, блин. О, посмотри-ка, что прислали. Там наши. Подразделение потеряно. Наш пока успешно. Подразделение потеряно. Ах ты, сучара, блядь. Как они там оказались, блин? У нас большие планы. Нужно посмотреть. Удивляюсь, ребята, блин. Уже построили, смотри. Так, давай-ка. Я буду охранять. Главное, чтобы. Че у нас тут где-то должно быть? Сверхзвуковой самолет. Курс указан. Разведал бы ты территорию еще, а тебе цены не было, блин. Подразделение потеряно. Просто бери. Подтверждаю. Никого не потеряли? Нет, Аврора. Переходим в звуковой барьер. Как фанера над Парижем. Ты готов? Владыка ждет. Пришло время, скоро будет готов. Ну что, танки, поехали? Подразделение потеряно. Убили, блядь, суки. Убили нашего разведчика. Все живы?
Да, потрепанные, но живы. Подразделение потеряно. Кто? Блядь, больше воды их сделать. Сюда прийти кого-то сюда. Ты что-то понял? Может, не пропаганда, блин. Опять сбили одного. Здесь что у нас? Веники на связи. Делаем, что верно. Подразделение потеряно. Владыки слишком большие и медленные, блин. Мина! Подразделение потеряно. Давай. Да как вы там оказываетесь, блядь? Обнаружена сеть тоннелей GLA. Всем войскам быть готовыми к внезапному наступлению. Ах вы суки, блядь. Баги, бля. Очень пулемет скоро будет готов. Это пулемет и хорошо, что пропаганды будет готова. Подразделение потеряно. Кто? Башня пропаганды готова. Курс указан. А это как, а кто уже... Тут, сука, это стоит, блять, у них, блин. Кто ядерные ракеты запускает, да как его забок называется, блядь. Где эта хуета, блядь? Не это. А где эта херня? Что-то не видно ее. Хм, странненько. Ладно. Здесь уже уничтожили все. Ну и какие? Где снайпер? Снайпер, 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 блядь. О, ребята. Внимание! Обнаружен запуск ядерной ракеты. Подарочек ждите, блять. От Китая с любовью, как говорится, бля. Китай с любовью, ребята, блин. Я вам серьезно говорю. Подразделение потеряно. Авроры? Ай, стелс. Все, стреляю! Готов возвращаться! Тут тоже уничтожьте кому-то гнездо. Быстро, ребята. Снаряды ваном усиленные, нихера себе, блядь, ребята. Откуда этот химикат? Кто химикатами стреляет? Потери среди авиации, слава богу, нету. Так. Блядь, бедный парень. Бля, что звук такой, как они стреляют? Продали? Задание выполнено. Они просто все продали. Ладно. Опа, интересно.
О, люди нас приветствуют. Ура! Американ! Аврора пролетела. Паладины будет. О, блин. Камачи. Мы выиграли, ребята. Компания США пройдена. Опа. Типа, испанцы меня чё, победили, блядь. Ладно, хоть не одна такая тварь. По нам не пойду. Американ. Ну что ж, спасибо всем тем, кто смотрел. Вот компанию за США мы прошли. У нас осталась компания Мао, GDI и Китай. Увидимся. Вот.